Всем привет, мы продолжаем проходить Transport Fever 2 в свободном режиме. Мы в 1866 году. Итак, у нас нужно пустить железнодорожную ветку в Альметьевск, снабдить Альметьевск продукцией, потом сделать ветку Батайск-Волгодонск, далее Волгодонск-Петрозаводск и заработать 600 миллионов. Да, до самолетов еще много-много. А так бы они нужны были. Много продукции нужно перевозить с одного места на другое. В управлении маршрутами можно выбрать остановку, на которой транспорт будет производить погрузку и выгрузку. Так, у нас получится, мы сделаем как в будущем. А, ну это, ладно, это далеко. Ну, сразу скажу, электрификация будет производиться только в центральном и южном округах. И частично в восточном. В северном округе не будет электрификации. Ну да, мы подумаем. Например, вот здесь вот электрификация есть, а там далее не будет. Так, временку смесли.
Да, но с другой стороны, а почему бы и нет? А мы сразу инструменты сделаем.
Ну все, ветки сделаны. Давайте пропустим еще один год и сделаем сразу два Новочебоксарской козы. То есть последние два города соединим и уже будем потом другим делом заниматься. Как видно, все равно в 67-м году ничего нового не появилось. А это чтобы лесом закрыл, чтобы не видно было пропасть.
Ого. Так, ну со станциями потом разберемся. Самое главное, соединили. Ну, теперь будем заниматься обеспеченностью. Сейчас батайс кирпичи нужны. Точнее, стройматериалы. Так, Батайск полностью обеспечен. Вот оно. Немножко покататься надо.
Так, продолжаем строительство. Так, здесь, наверное, легче железную дорогу пустить.
Да.
Да, вляпался я.
теперь прокатимся туда и обратно. И на сегодня хватит.
Так, ладно, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.